Густые всходы моркови и свеклы зачем прореживать? Две причины. Тут очень просто, но кое-что не говорят. Прореживать густые всходы моркови. Сейчас на этом заканчиваем вопрос. Можно вода и кислород, чтобы поступали лучше. Еще. А почему им надо места много? Это морковь и свекла. Внимание, морковь и свекла. Вот, у них же корнеплоды огромные, видоизмененные корни. Конечно. И еще последнее, что у них уменьшается конкуренция и повышается урожай, если прореживать.